60 регионов и 100 выставочных площадок. Ульяновская область погрузилась в атмосферу туризма. В Ленинском мемориале на несколько дней развернулась третья международная форум-выставка «Отдых на Волге». Открыл масштабное туристское событие председатель правительства Александр Смекалин. Словно мы хотим вернуть городу Ульяновску славу одного из туристических центров Российской Федерации. Мы помним, как буквально пару десятилетий назад более 1 миллиона туристов посещало наш регион. У нас был конкретный бренд, у нас был конкретный, так скажем, конкретная точка интереса, но мы знаем, что сейчас Ульяновск – это намного больше. Это не только родина Ленина, но и родина Ленина тоже. Это и замечательное место, где можно отдохнуть, оправить свое здоровье. Далее председатель правительства совместно с гостями из Ростуризма ознакомились с экспозициями выставки. У стойки туристической деревни Артекова Александр Смекалин даже успели посветить в шишке. Потому что в нашей туристической деревне каждый гость – это важная шишка. Да, приезжайте к нам еще. Спасибо. Отдых на Волге – это отличная возможность для каждого субъекта Поволжья представить свой туристический бренд, национальное достояние и целый комплекс достопримечательностей. К примеру, соседи из солнечной Чувашии приехали на форум, чтобы рассказать гостям о своем национальном парке Чуваш-Варнаме. Наш парк находится на территории Шамушинского района в Чувашской республике. Это особо охраняемая природная территория федерального значения. Но наша площадь нашего национального парка 25 тысяч 200 гектар. И, конечно же, мы представляем здесь наши экологические тропы. Одни из преданных участников форума – Дом-музей Ленина. За последние 3 года, как поясняют сами работники музея Владимира Ильича Ленина, количество туристов из близлежащих регионов значительно выросло. Уже 3-й год у нас увеличилась доля семейного посетителя. Это из близлежащих городов – Самары, Пензы, Казани. К нам приезжают семьями. Сейчас же это очень просто сделать. У всех автомобили очень хорошие, дороги наши стали лучше. И приезжают и непосредственно в Дом-музей Ленина, потому что люди хотят соприкоснуться с прошлым. В этом году, благодаря участию других стран, выставка получила статус международный. Свое туристическое богатство Ульяновске презентовали представители из Ирана, Узбекистана и Китая. Это первый раз я участвовала на выставке ваш. Мне очень хорошее впечатление. Люди очень хорошие, добрые. Под впечатлением от выставки и Ульяновска оказались ее посетители. Некоторые из них оказались завсегдатаями форума. Я уже 3-й год посещаю эту площадку, так скажем, и видно, что выставка растет, и очень стало интересно, особенно интересно узнать про другие регионы. Ульяновск нравится, хороший город, красивый. В этом набережная Волга большая, мосты хорошие, город такой красивый. Форум очень интересный, познавательный. Узнали много нового, интересного, особенно где можно отдохнуть у нас на Волге, даже не только в Ульяновской области, но и за пределами. Туризм в Ульяновской области будет развиваться и дальше. Ульяновская область подготовила заявку на участие в федеральной целевой программе развития внутреннего и выездного туризма. Как только ее утвердят, наш регион может с успехом, как подчеркивают эксперты, заручиться финансовой федеральной поддержкой. Ульяновская область считается одним из самых активных регионов нашей страны. Показатели достаточно позитивные, хорошие, без резких там падений, без резких всплесков, рост хороший. В рамках отдыха на Волге также запланирована образовательная и культурная программа и круглые столы. Форум продлится до 29 апреля. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.